Комаров, это имя всем. Тут. Так, он здесь. Да, да, он здесь, давайте подняться. Да, Анатолий Андреевич. Да, пусть они все послушают, я знаю, что всем это имя известно, не только имя, все его прекрасно знают. Ипполит объединение. Значит, его псевдоним творческий Анатолий Борисоглебский, потому как родился он в Свердловске, а детство и юность прошли в городе Борисоглебске. Поэтому он Борисоглебск. Поэтому он и взял себе такой псевдоним. Но большую часть жизни он прожил здесь, в Беларуси, в городе Гомеле, и сейчас проживает. Он русскоязычный автор. Вот, пишет на русском языке. Что самое интересное, стал писать он, когда вышел на пенсию. Вот что самое интересное. Взялся за перо. И причем начал он писать афоризмы. Я вам хочу сказать, что тут должен быть у человека определенный талант, потому что афоризмы многие люди пишут, но не так много, допустим, и не так ярко, а еще именно юмористические, именно когда это юмористическая форма афоризма. Вот у нас, например, в Союзе писателей, я, например, немного знаю, ну, таких, Борис, Лазарев, только Борис Ковалевич, ушедший из жизни. Ну, Чехова можно привести. Тоже даже. Вот, да. Ну вот так вот, чтобы кто-то... Это такой вот жанр, я хочу сказать, не каждому под силу, не каждому дано. Ну вот он именно начал... Почему с афоризмом? Во-первых, человек, он с большим чувством юмора. Я его знаю хорошо уже тоже много лет. Вот, относится к жизни с юмором. Вот ко всему происходящему с юмором относится. И к своему творчеству в том числе. Большой иронией и юмором. Вот, например... Значит, я покажу вам две книги, которые именно вышли в Курске, были изданы в 2010 году. Вот, значит, «Искры смеха» и «Россыпи юмора». Значит, в одной книге здесь такие вот юмористические афоризмы. Вот я когда читаю, я всегда улыбаюсь. Вот, чтобы не быть голословной, я вам сейчас прочту, и вы поймете. «Для зайца любая саженька сая. Дорога на погост лежит через всю жизнь. Добро было с такими кулаками, что злу там нечего было делать. Его слабостью были крепкие выражения. Понимаете? Вот. Жребий жаловался, меня бросили. Вот. Жил со своей совестью и согласием. Он ее не будил, она его не мучила. Понимаете? Его слабостью были крепкие выражения. Вот. Правда же? Ну смешно. Жалобы на маятник заколебал. Ну вот так, понимаете? Ну правда же, вот весело же, смешно, правда? Конечно, да. Вот, поэтому я афоризмы сама очень люблю, особенно юмор очень люблю. И сатиру люблю, и жанр пародии мне очень нравится, очень. Особенно, когда пародия не злая, а такая добрая, хорошая, такая светлая. Черного юмора я не люблю. Здесь нету черного юмора. Чем мне нравится, нету черного. Вот это самое главное, да, должна быть... Как и поэзия любая, так и афоризм, все-таки литература должна быть светлой, правда же? Даже если мы пишем о каких-то горьких вещах, о грусти, все равно должна быть какая-то вот надежда. Мы не должны писать с позиции обиды, правда же? Вот, ну, значит, во второй книге «Искры смеха» здесь он, ну, вот такой жанр, я не знаю, как его правильно назвать, это вот, знаете, какие-то мысли... афоризмы великих известных людей, великих и известных, и он их просто вот зарифмовал. Такие вот зарифмованные, такие вот мысли. Например, Эрнст Хемингуэй. «Богатые замечено давно, такие же, как все на свете люди. Принципиальное отличие одно – их почему-то деньги больше любят». Ну вот так вот, понимаете? Может быть, он решил, что в стихотворной форме вот эти вот изречения может лучше запомниться и быстрее, я не знаю. Может быть, он просто решил похулиганить. Может, он просто решил так вот развлечь. Я не знаю. Ну, тоже так вот, в принципе, интересно. Да, интересно. Вот, во всяком случае, интересно. Мне тоже понравилось. Вот, ну... Потом, значит, стал писать и лирические стихи. Очень много у него стихотворений о любви. 300 с лишним стихотворений только о любви. А, вот еще хочу сказать, что афоризмов у него несколько тысяч. 3, наверное, или 5 тысяч, Анатолий Андреевич, сколько? Около 3 где-то. Где-то 3 тысячи, это немало, я вам хочу сказать. Это нужно иметь богатую какую фантазию, чтобы несколько тысяч только одних афоризмов.